idea how many people were eager to help us. We'll remind the Longbows where they belong. I have to kill you. Приветствую вас, дорогие друзья, это Ведьмак 2, Убийцы Королей. Итак, мы продолжаем исследовать загадки этого древнего города Локмуини, города Варнов, да, Вранов. Тех ребят, которые жили давным-давно и сейчас уже сгинули. И, собственно говоря, перед тем, как добивать финальные главквесты, я думаю, надо закончить сначала главные побочные задания. И в этой серии, я надеюсь, я успею вам показать три основных побочных квеста. Это, во-первых, найти и сделать доспехи Вранов. Второй квест — это память старых лет. И третий квест — это, собственно говоря, пройтись по местам вот этих вот горгулей, да, выполнить контракт на горгулей. После этого у нас останется только из побочных квестов игра в покер, но меня это, на самом деле, игра в покер уже как-то мало интересует, этот покер меня не волнует, вот, поэтому мы его пропустим. И дальше у нас останутся только лишь, собственно говоря, главные задания, и побочных квестов теперь больше не будет. Запоминаем вот эту дверь, да, которая ведет в канализации Локмуини. Сейчас мы должны пройти прямо в них. Здесь очень компактно. Сейчас заодно и возьмем доспехи Вранов, да, и заодно сейчас нам покажут месторасположение двери, которые охраняют дух, да, из квеста на память старых лет. Вот сейчас мы его и увидим. Вот, собственно говоря, страж. Ему надо дать верный пароль, но с ним мы потом поговорим. Пока что еще не пришло время, я пойду, пожалуй, парень, мы с тобой еще встретимся обязательно. А сейчас нам надо пойти на 180 градусов назад и вот сюда, в это отделение канализации. Здесь как раз-таки лежат доспехи Вранов. Перед этим обязательно еще с гнильцами и с крупными гнильцами надо разобраться будет. Проблемы они больше не представляют. Так, и давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, какой-то мертвый стражник. Затем обязательно берем сундук слева, да, от нас. Здесь чертеж доспехов ИС и аренов. Но, в принципе, доспехи из ИС, они не очень-то и нужны. Их потом можно продать будет. Самый главный сундук у нас вот здесь вот. Справа от нас. Здесь много чего у нас есть. То есть и сукно, и клепанная кожа, чертеж доспехи Вранов и доспехи из Изигита. Кстати, доспехи из Изигита — это будет главная основа для того, чтобы сделать доспехи Вранов. Берем все. Новый этап. Надо найти кузнеца-чародея, который смог бы сделать доспехи Вранов. Ну, собственно, идем к Басу, да? Ведь он у нас самый такой профи, да? По деланию доспехов, оружия. И сейчас мы по-быстренькому сделаем, собственно говоря, нужные ингредиенты для того, чтобы получить доспехи Вранов. Как только мы получим и прокачаем эти доспехи, мы сейчас потом после этого пойдем вот обратно к этому стражу. Потому что там будет очень сложный квест. Вот, и для того, чтобы получить максимум опыта и максимум ништячков, нам придется там с неким управителем расправиться. И это, по-моему, самый сложный бой вообще из всей игры. Но сначала надо, как я уже сказал, сделать доспехи Вранов. Посмотрим, где-то здесь они должны быть. Да. Вот, у меня не самые чертежи из доспехов Вранов. Так, у нас вроде все подходит под них. Оно не хватает немного денежек. Давайте, знаете, что сделаем? Береги себя. Давайте ему продадим как раз сейчас доспехи Драуга. Вот мы даже в них походили и ни с кем не посражались.
Вот он у нас такой с голым торсом ведьмак, такой весь красавчик просто. Продадим ему сразу доспехи Драуга. Так. Ну, по сути своей, да, получается то, что они не нужны. Так, у нас 2030. Так, еще что-нибудь нафиг ненужное можно продать. Так, ну ладно, стоп, пока что остановимся на этом. Так, ну а теперь можно теперь сделать доспехи вранов. Деньги у нас появились. И барабанная дробь, этот волнующий момент. Бабах! Отлично. Да, на все деньги мы потратились. Собственно говоря, 2000 на доспехи, да? Итак, что нам дают доспехи вранов? Дают нам они броню 30, здоровье 40, снижение магического урона 20, сопротивление горению, кровотечению, отравлению 70 и восстановление здоровья плюс 2. То есть, как я понял, не вне зависимости во время ли битвы или вне битвы. Это также очень хороший плюс. Ну и, собственно, теперь можно надеть эти доспехи, полюбоваться на них. Ну что, по-моему, круто смотрится, да? Это самые мощные доспехи в игре, круче них уже не будет. И они нам еще очень сильно пригодятся. Но это еще не все, Я еще хочу сделать другие вещицы. Я хочу длинные, как это называется? Длинные перчатки хочу. Крепкие длинные перчатки, тоже очень они хороши. Максимальный груз Геральту дают, и все остальное, там еще сопротивление также кровотечению, горению от магического урона. Так, правда, для этого нам нужно крепкое сукно и укрепленная кожа. Крепкое сукно, в принципе, сейчас можно попробовать сделать. Так, крепкое сукно у нас есть, я вижу ингредиент, да, отлично. Значит, создаем. Так, как раз две штуки. И укрепленная кожа. Так, смотрим. Так, крепкие, длинные. Еще не хватает укрепленной кожи, да? Так, а укрепленная кожа что у нас требует? Давайте еще раз посмотрим. Так, еще одну штуку. Укрепленная кожа. Масла нам не хватает. Но это не проблема. Так, масло мы сейчас можем найти прям где-то здесь на развалах. Давайте посмотрим. Так, кожа, масло. Вот, как раз таки вот и масло, да? Так, сукно возьмем. Все, что плохо лежит вообще сейчас. Возьмем полностью все. Так, походим тут. О, еще масло. Ну и все, короче говоря, мы тут практически уже все необходимое нам нашли. Да, вот нам бы серебряная руда бы пригодилась. Так, доделаем, короче говоря. До фулсета. Так, еще раз давай укрепленную кожу мне делай, сударь. Так, и еще раз крепкие длинные перчатки. 30, твою ж мать. Вот теперь опять надо продать на 30 что-нибудь. У нас уже денег и так ни хрена нету. Поэтому, ребят, да, если вы сами будете проходить, экономьте, максимально экономьте, конечно же. Так, ну, продавать мы будем тогда ненужные нам чертежи, я думаю. Доспехи Ворна, они нам не нужны, зубастый клинок, что еще нам не надо? Когтизуб. Что еще можно продать, то, что нам не надо? Вот доспехи Драугу 76 они стоят. Так, доспехи Изрыс. Не знаю, так. Панцирь Кейрона. Тоже нам не нужен. Ну и делаем, короче говоря. Так. Длинные перчаточки, да. Наши модненькие перчаточки. Так-с.
И, собственно говоря, надеваем их. Все, вот теперь совсем другое дело. У нас теперь грузоподъемность поднялась. Спасибо, Барс, за все. Так, и сейчас что мы делаем? Сейчас мы усиливаем наши доспехи. Так, значит, что мы делаем? Во-первых, краснолюдскую накладку ставим. Сейчас на здоровье и на броню я хочу прокачать доспехи вранов. Так, Эйлони Блейд, само собой. Здоровье еще плюс 15 дает. И что еще у нас тут? Кольчужные накладки. Да, здоровье плюс 10, сопротивление кровотечению плюс 1. Все, подчистую просто завязываем. А, правда, сейчас один из побочных квестов, когда у нас пойдет, да, на уничтожение гарпии, да? Точнее, не гарпия, а гаргули. Там потом мы увидим чертеж одного меча, самого сильного в игре. Так, ну и что у нас? Эльфский меч и серебряный меч. Так, руна огня. Две штуки. Так, урон плюс 5. Так, руна из Есгита. Кровотечение плюс 8. Так, что у нас еще есть? Руна луны, руна земли. Так, ну что, по руне огня каждому дадим? Или как? Или все-таки из Есгита это возьмем? Я просто не знаю, найдем ли мы еще меч круче, чем эльфский. 40-42 у нас, да? Кровотечение 26 идет. Ну, давайте из Есгита как раз-таки на эльфский меч и сделаем. Ладно уж. Так, и руну огня еще на серебряный меч наш. Ибо я не думаю, что мы уже, короче, найдем меч их серебряный, да, а купить вот у Бара, да, или как его там зовут, Браса, мы уже не сможем, потому что у нас уже не хватает денег. Итак, собственно говоря, теперь возвращаемся обратно в ту самую катакомбу, где мы и были. Все, у нас уже фулл сет, нам вообще все пофиг. Нам пофиг на закон. Вот, и довыполняем, доделываем квест «Память старых лет». Приготовьтесь перед этим предварительно, потому что сейчас, по идее, должна быть одна из самых сложных битв. Точнее, самая сложная битва в игре, по идее, должна быть. Итак, вот, собственно говоря, страж. Не бит, сука. Итак, надо что ему, как ему вообще надо отвечать? Сначала говорим «Зи». Затем Удуя. Затем Ла-Ла. Затем Гад. Затем Экзе. Затем Нибит. Затем Канпа. Затем Гад. Затем Удузи. Отлично, открыт портал, замечательно. Ну и, собственно говоря, проходим в эту черную дыру. И попадем мы в новый зал, в другой зал. И здесь у нас очередная загадка. Здесь, как мы видим, зал с какими-то каминами. Да, конечно, первоначально здесь придется долго поломать голову, попариться. Но мы сейчас с вами не будем трахать мозги. Я вам покажу правильную комбинацию. Итак, у нас тут несколько каминов. Тут какие-то потушные, какие-то горящие. Короче говоря, нам сейчас надо обратить внимание именно на горящие камины. И начать как раз-таки не с центрального, как нам казалось бы, да, а вот с левого от этой двери, от закрытой пока что. Сначала тушим его. Затем тушим огонь справа от двери. Затем тушим, наоборот, уже не тушим, а зажигаем огонь в центре. Тушим огонь здесь, получается, это, если по часовой стрелке, то раз, два, один, два, три, четыре, пять, шестая получается. Шестой камин и седьмой камин.
Текст. То есть, получается, все, дверь открыта, характерный щелчок мы услышали. Фух, и теперь, ребят, давайте сохранимся и подготовимся. Подготовимся, причем подготовиться надо основательно. Выпиваем эликсиры. В принципе, сейчас увидите, почему там будет один страж, и с ним можно по-доброму разойтись, либо по-плохому. Но по-доброму я бы не хотел, потому что мы меньше опыта получим, лучше его завалить. Итак, так, отравление, кровотечение, так, и Волгач, что у нас, так, грач. Ласточка, филин. Так, ну чё, ласточку пьем. Затем Иволгу. Ибо кровотечение, да? Минус к кровотечению. Так, и что у нас? Либо филин, либо грач. Восстановление энергии в бою. Так, плюс 20. И просто энергии. Так. И урона от меча. Но я думаю, лучше филина сейчас выпить. И обязательно еще намазать, точнее, наточить меч, как серебряный, так и стальной. Нам надо, ну, 10 минут вполне нам с лихвой хватит. Кстати, надо сказать, что сейчас адреналин действовать не будет, та зеленая полоска, поэтому использовать его нет смысла. Так, что я хотел? А, намазать, да-да-да, усиление, так, усиление. Точильный камень. Так, точильный камень давайте на серебряный, да. Меч и на стальной. Тоже. Так, а на стальной еще не получится, что ли? Я не понял, почему. Да. Так, что еще у нас тут? Кровь Фальки. Так, увеличит максимальный урон от меча. Так, можно еще и кровь Фальки еще сделать. Да, давайте намажем. Так, кровь Фальки, где ты? Ну, в первую очередь, на серебряный меч. Ну и на стальной, ладно, потом. Все, отлично. Так, вздрогнули, короче говоря, друзья, и... идем сразу квенч на себя ставим. Потому что сейчас будет очень жестко. Видите этого старца? Эх, надо было стальной взять. Кто ты? Древние доверили моей душе хранить важнейший артефакт и награждать им тех, кто назван избранными. Никто не называл меня избранным, но... Никто не называл меня избранным. Давай, я тебя хочу отпинчить уже. Ты здесь незваный гость и понес... Ни хрена себе. Короче говоря, не даем горгульям себя окружить. Блин, а? Блин, опять я что-то замешкал. Блин, сука, а? Опять я замешкался с... мечами. Да охренеть, блин, эти горгульи. Вот видите, это просто жесть какая-то. Блин, вроде прокачали по максимуму, и хер вам, блин. По всей морде. Ну я не знаю, они просто творят, блин, какой-то беспредел. Кстати, надо... Блин, да. Охереть.
Причем он все это время находится под защитой. То есть сначала нам надо с гаргулями расправиться, и только после этого с ним. Ну, как вы видите, самый сложный, так сказать, босс, самая сложная битва в игре. Круче нету. И, как я уже сказал, валятся они вообще с трудом. Вот мразь, а. Блин, попробовать сразу ардом его захерачить, что ли, а? Я даже не знаю. Давайте еще раз сохранимся уж тогда сразу. Привет. Нет. Так, ну, ард, как мы видим, толку от него особо не было. Так, уворачиваемся от его. Эх, блин, на тварь. Че ж ты будешь делать? Там раз все время телепортируется, как мы видим. Блин, я не знаю, вот вообще жесть какая-то просто. Да ё-моё, ну чё ж ты не сражаешься-то, а? Да жесть. Просто жесть какая-то. Надо как-то по одному вывлекать. А мне кажется, Ирден бы помог бы в этом деле. Ты... Сука, самонаводящийся мразь, блин. Ну все, нас сейчас опять убьют. Так, дубль 3. Не... Блин, он сразу порубил уже. Блин, да твою мать, а! Короче, вы поняли, да, всю жесть. Так, ну можно пока просто перекатываться, ждать восстановления здоровья, блин. Тут, блин, вас быстрее убьют. Я не знаю, причем это какие-то, блин, гаргульи, блин, еще более усиленные ребята. Еще-то падла все время бьет. Хотя можно попробовать. Он сейчас без защиты был. Можно попробовать чисто на нем сосредоточить свое внимание. Привет. Блин, так, а теперь я... Опять не получилось, да? Бля, короче, я не знаю, как я все-таки выполнял этот квест. Каким чудом мне удалось это сделать, блин. Ну, как-то один раз у меня это получилось, блин. Теперь я хер его знает, как это делать, блин. Блин, ну вот опять крит не засчитывается, к сожалению, блин. К очень большому сожалению. Ну это просто какая-то жесть. Так, Ирден бы здесь помог. Ну, чё ты? Короче, народ, насколько я помню, в непропаченной версии там был такой баг, то что когда мы подходим к нему, можно потом за этой колонной укрыться.
Но сейчас, не знаю, сейчас это дополненное расширенное издание в Enchanted Edition, я не знаю, работает ли этот баг, давайте в последний раз посмотрим, работает ли он или нет. Так, ну вот удар. Второй. Блин, мразь, вот все время я... Ну все, это жесть, я опять ничего не, у меня не получается сделать, блин, да. Да не, ни хрена. Они заходят все равно за эту колонну. Не, короче, ребят, давайте тогда альтернативный способ сделаем, потому что это какая-то вообще полная жесть. Хотя, вот видите, тут по одному можно как-то попробовать. Не, ребят, ну их нафиг. Пойдем по мирному способу. Ой, ладно, короче, меня все достало, ну нахер, блин, с этим уродом сражаться. Как тут его один раз у меня получилось замочить, когда в прошлый раз проходил, но я не помню, что я делал. Может быть, я играл, как я уже сказал, на непропаченной версии, то, что там какие-то гличи были, или мне чисто повезло. Но я помню, блин, битых 2 или 3 часа, наверное, подряд сражался, и нихера. Ой, короче, ребят, все, давайте... Тут два варианта, короче, есть мирных, да? Сейчас подробнее расскажу о них. Приветствую. Кто? Значит, он говорит, что ты типа избранный, там важнейший артефакт охранять он хочет. Мы спросим, что это за артефакт, да, такой. Но на самом деле оказывается то, что если мы спросим, что умеет делать этот артефакт, он скажет то, что типа он, да, этот хранитель, подарит нам возможность перераспределить еще раз все свои навыки, которые мы... получили за все время игры, да, то есть с самого начала, и можно всю полностью ветку навыков изменить. То есть я, например, качал Геральта в бойца, да, и с помощью этого артефакта, с помощью этой возможности мы потом сможем перекачать все свои навыки по новой. Например, либо в алхимика-травника, да, либо перекачать там в магию. Но меня и так все устраивает, я не собираюсь, я не хочу ничего перекачивать по новой. Убить я его, блин, тоже не могу, потому что это падла, я не знаю, сколько часов реального времени надо потратить на то, чтобы убить его и вызванных его горгулей, поэтому я хочу просто отсюда нахер выйти. Ну вас нахер, меня все устраивает. Я хотел бы выбраться отсюда. Те, что отвергают величайший дар древних, обрекают себя на вечное изгнание. Прощай, ты больше никогда не вернешься сюда. Ну и слава богу, блин. Ну, вот так вот, конечно, туповато получилось, да. Закончилось провалом, но... Но поверьте мне, это еще тот настоящий гемор, и... О, если вы... у вас получится его убить, то вам надо ставить памятник, да. Как я уже сказал, у меня нет никакого, блин, особого желания как-то с ними расправляться. Итак, собственно говоря, ладно. Память старых лет, хоть мы квесты провалили, но, как я опять сказал... Конечно, завалить его можно, и там потом от него кое-какие ништячки перепадут, но, в принципе, еще нам эти ништячки, ведь уже почти конец игры, и... собственно говоря, моего дарами-то и нам не получится воспользоваться, на самом деле. Так, сейчас идем куда? Сейчас идем выполнять следующий квест, это контракт на Гаргулий. Так, надо нам вспомнить, где он был, по-моему, вот, да, здесь. Здесь вот эта самая гробница, захоронение. Так, я не знаю, сейчас по новой ли они по... Ну да, по новой появились и тоже эти самые гребаные горгулии, блин. Ну, почему-то вот эти горгулии, они как-то полегче идут, чем... Те мрази, которые были вот тут. Мразь. Хотя, мне кажется, знаете, надо было прокачать Квен, скорее всего. Ну, или, по крайней мере, здесь
мест для перемещения просто больше, чем вот тот вот зал, где... Ну да, и урон поменьше не дают. Короче говоря, эти гаргульи не чита вот тем, которые мы... Нихера себе. Не чита тем, которые были в квесты «Память старых лет». Конечно, жаль, что мы его просрали, действительно. Дмурась, а? Надо было действительно тогда отдать Детмульду этот самый гримуар, или как он там назывался. Потому что, блин, мы их все равно не убьем. Блин, задолбали, а? А, тоже помер, ну отлично. Так, еще раз проходим и сейчас будем смотреть. Так, это у нас правый ворот от главного входа. У правых ворот от главного входа есть несколько вариантов. Так, значит, тут у нас что? Тут у нас вариант следующий. Берем сначала руну на полу слева от входа. Затем руна на стене справа. Потом руна на полу справа. И, собственно говоря, вот таким вот квадратиком. Так, печати мы деактивировали. И, собственно говоря, давайте посмотрим, что у нас в этом сундуке. Так, кожа, железная руда и чертеж перчатки старшей крови, надо сказать. Тут есть... Так, чертеж перчатки старшей крови, что это у нас нам дает? О, максимальный груз Геральта плюс 15, охрененно. Так, у нас не хватает укрепленной кожи, да? Дратвы и сукна вполне. Броня плюс 2, так. Так, снижение магического урона, кровотечение горения 15 и 8. Здесь у нас. Слушайте, надо брать по-любому. Так, отлично, один чертеж нужный нам мы с вами нашли. Отлично. Так, можно возвращаться, можно, в принципе, идти дальше. Идти находить теперь справа от нас, точнее слева, от главного входа. Так, сначала давайте вернемся обратно. Так, а собственно говоря, что нам надо для того, чтобы сделать укрепленную сукно-то? Просто хочу сейчас сразу перчаточки сделать, хотя с другой стороны... С другой стороны, ну их. Давайте сразу пойдем в зону левее главного входа. Вот, вот они, собственно говоря, главные ворота. Теперь идем налево. А здесь у нас будет вторая гробница. Так, я уже слышу гаргулий. Я уже слышу их ропот. Так, давай, открывай дверь уже. Так, где-то здесь они зависли. Вот они, по-моему, красавицы, да? Вот они, падлы. Их тут очень-очень-очень много. Три штуки сразу за раз. Так, еще там парочка потом будет. Что, квенчиком их? Квенчиком, квенчиком, либо... Чем еще их можно задолбить? Они так и не поняли, в чем дело. Ну, бомбочка не особо-то хорошо, конечно, против них идет. Ну, надо квена, конечно, да. Меня главное, вот что бесит, блин, почему все-таки на них так херово действует наш урон, вот имеется в виду на гаргули, который вот в квесте «Память старых лет». Они же очень даже похожи на вот этих вот ребят. Чем они такие особенные-то? О, правильно. Наподдаваем тут своим же. Так, ну и можно, в принципе, адреналинчик использовать, да?
групповой добивающий удар можно сделать. Давайте, не знаю, спробуем на них. Ну, кстати, надо сказать, что вот этот вот удар адреналина групповой добивающий, он не работал, как, опять же, на тех горгулей, которые были в квесте «Память старых лет». Поэтому такая засада. Ну, у нас получается везде повсеместно. Ну, это ладно, тем временем идем к следующему... К следующей гробнице. Итак, значит, первая руна, да? Первая руна, которая нам нужна, это руна на стене слева. Вот это вот самое. Затем идет руна на стене справа. Затем на полу слева. И по центру. Итак, что здесь мы видим? Здесь мы видим древний манускрипт и чертеж сапоги старшей крови. Так, отлично. У нас есть уже сапожки тоже. Сапоги старшей крови. Ну, короче говоря, сейчас полностью в нужный сет укомплектуемся, потому что пока что мы только доспехи вранов взяли. Вот, а теперь у нас есть сапожки, у нас есть перчатки. Ну, чертеж пока что, да? А, так, на сапожки нам хватает, слава богу. И осталось нам в еще одно место сходить. Так, давайте отсюда уходить, убираться. Хотя можно, конечно, посмотреть, что тут еще есть. Все-таки, блин, тут много чего интересного у нас, но... Да, особо тут и не походишь. Так, а тут у нас что? Да хрена всего, надо сказать. Так, опять же, только я заметил то, что во втором Ведьмаке очень много локаций, которые... Ну, разработчики сделали, но которые вообще никуда не ведут. Но зато тут можно посмотреть какие-нибудь там руду. Но руда нам нужна только серебряная. Серебряные руды я тут вообще в упор не вижу. Чтоб она здесь была. Одна железная. Железная нам уже не нужна. Ладно, выходим, короче говоря, отсюда. Ничего интересного здесь явно нету. Так, и направляемся к третьему захоронению, к третьей гробнице. Так, здесь у нас ничего нету. Да, тоже, к сожалению, пусто. Так, ну вот мы наконец-таки и на месте. Вот там внизу, к сожалению, закрыто. Хотя там тоже там какое-то подземелье, но там нам не пройти. Так, ну что? Давай-ка мне еще одну вещицу сделай-ка. Так, значит, что у нас там? Блин, я уже забыл, как они называются. Сапоги старшей крови, да? Сделай-ка мне сапожки, пожалуйста. Так, и перчатки старшей крови, но для этого нужна, опять же, укрепленная кожа. Укрепленная кожа. Так, опять нам масла не хватает. Чуть-чуть маслачом. Так, а масло что-то, наверное, мы уже тут и не найдем. Придется покупать, наверное. Тут мы уже все обыскали, все облазили. Давай, что-то масло, я думаю, она не так уж и дорого будет стоить. Компоненты алхимия, масло, где масло? А, тьфу ты, блин, это, я так, кажется, масло, если 14 штук брать. Они 160 стоят, блин, что-то я тупанул. Так, ладно. Все, давайте укрепленную кожу, короче, так, да, создаем. И что еще у нас? Что я хотел, опять же. Все. Делаем перчатки, отлично.
Так, ну и, собственно говоря, одеваем в сет перчатки старшей крови, сапоги старшей крови. Так, бронька, отлично. Так, а вот эти штуки тогда мы с вами продаем. Так, сопротивление горения, ну-ка, давайте посмотрим. Плюс 2, так, магический урон. Ну, короче, да, сапоги старшей крови, вот этот вот весь сет, он намного лучше получается у нас. Так, продаем, продаем, все, крепкие длинные перчатки, все продаем. И идем... Идем к третьему месту, где сейчас эти контрактные гаргульи. Где он у нас есть? Так, тут какие-то чертеж эссенции воды, какой-то мертвый краснолюд попался внезапно. Странные дела тут творятся. Так, и надо бы вспомнить, где он тут есть. По-моему, куда-то в ту сторону нам надо идти. Опять же, какие-то шавки, собаки, блин, бродят. Все, мы сейчас выполним эти побочные квесты, и потом можно не беспокоиться ни о чем. Так, берем свой серебряный мечик, как обычно. Так, и сейчас гаргульки пролетят. Вот, сучка. Побольше вас надо мочить, побольше с собой в неверных забрать. Так, еще прилетает, еще новые прилетают. Гаденыши. Ну, я говорю, эти гаргульи просто по сравнению с гаргульями с квеста «Память старых лет» это просто вообще ни о чем. Как говорится, детский лепет. Блин, по ним еще ведьмак не впадает ни хера. Ох, ё-моё, сейчас могло быть очень жестко. Так, ну и вас, сударь. Все, отлично. Ни хера себе там физикс работает на полную просто. Так, последнее место. Итак, здесь у нас комбинация следующая. Сначала идет руна на полу слева от входа. Потом руна на полу справа от входа. Затем на стене слева от входа, рядом с сундуком, да? И руна справа от входа. Итак, здесь у нас чертеж штаны старшей крови и меч Аддандейт. Очень интересная штука. Ты держишь меч Арамиля, восставшего против власти короля. Королю дикой охоты нужен ген старшей крови. Он хочет открыть врата между мирами, чтобы сеять ужас и разрушение. Король дикой охоты повелел убить меня, а призраки, принявшие по его приказу облик живых, преследуют меня в пути между мирами уже сотни лет. Я прибыл в Лок-Муине. Я измучен, но знаю, что и здесь мне не суждено отдохнуть. Всадники охоты вот-вот будут здесь. Я чувствую за спиной их ледяное дыхание. Пророческие слова, надо сказать, действительно, они уже совсем скоро, они уже здесь. Ну, что поделать. От судьбы не убежишь. Итак, штаны старшей крови нам доступны теперь. И Аддандейт. Легендарная вещь, серебряный меч 45-50. И насколько я понял, его можно улучшить, да, 45-50. Эх, блин, не надо было серебряный прокачивать, можно было Аддандейтом обойтись. Урон призракам. Угу. Но ничего, у нас еще есть апдейты. Ух, три ячейки целых, обалдеть. Ладно. Идем обратно к Барсу. Кстати, заодно мы сейчас награду у него получим за выполненный квест, контракт на гаргулей.
только не так. Кстати, а далеко ли нам до следующего левела? До следующего левела вполне скоро, может, пройдемся. 29 уровень скоро будет. Он военный, а не политик. Нет ничего удивительного. Так, и сейчас нам надо будет еще... Штаны у нас опять требуют укрепленной кожи. Короче говоря, опять масло берем, маслица побольше. Побольше маслача, маслакова. Чуть-чуть маслачом. Так, 4 штуки надо взять, потому что там 2 укрепленные кожи нам нужно. Уже из последних вообще денег, из последних денег просто. Так, масло. Все время забываю, что на одну кожу уходит по два масла. Так, ну давайте еще 2. Все. Сейчас я полностью успокоюсь, будет фулл сет, все отлично. Давай укрепленку. Ты ё-моё, да теперь кожи обычной не хватает, да что ж ты будешь делать-то? Так, кожа. Обычная кожа. Что нам... Шкура трупоеда? Так, ладно, ну нафиг. Сколько там, ну, сколько надо? Блин, 3 штуки. 3 штуки обычной кожи, да? Хотя можно посмотреть укрепленную. Ингредиентов уже не хватает, охота ведь штаны. Так, а укрепленной кожи у тебя нету. Но есть просто кожа. Ладно, давай 3 штуки у тебя возьмем. А, блин. То понос, то золотуха, как говорится. Ну, я думаю, сейчас-то все будет нормально, да? Укрепленная кожа, вот она у нас. Фу, слава тебе, яйца, а. Отлично, получилось. Так, штаны старшей крови. Все, теперь одеваем штанишки. Так, сопротивление горению. Так, по плюс 6 все идет. Здесь у нас... О, плюс 10, плюс 30. Обалдеть. Вот это я понимаю. Так, штаны давайте продадим. О, наконец-то у нас бронька, штаны, сапоги, все есть. Итак, ну, давай теперь. Я избавился от гаргулий. Так, манускрипт, что, говорят, вас что у нас еще? Гаргуль, магию, а гнездо... Угу. Я нашел манускрипт. Интересно. Книга запечатана древней магией. Угу. Такими заклинаниями защищают только очень ценные вещи. Это верно. Ты знаешь, как снять заклятие? Для этого нужны кое-какие ингредиенты. Их можно получить из строго определенных чудищ, которые здесь, к сожалению, не водятся. Итак, мне потребуются феромоны королевы Индриак, кровь Накера Воина и мозг утка-клюва. А еще яйцо гарпии, которое можно заменить языком гнильца. Ясно. Я вернусь, когда все соберу. Так, не понял, что у нас хватает все ингредиенты, что ли? Ни хрена. Обалдеть, а я боялся, что нету. Я принес ингредиенты, о которых ты говорил. Невероятно. Давай все мне. Главное, соблюсти пропорции. Круто. Готово. А теперь посмотрим, что это за манускрипт. Ну-ка. Боги. Что такое? Это инструкция,
как выковать легендарный меч Каэрм. Он будет твоим, ведьмак. Ты заслужил это. Выковать такое... Спасибо. До встречи. Воу, слушайте, Крем, я помню в прошлый раз, как раз у меня не получилось это сделать, но, видимо, сейчас я собрал все ингредиенты для этого меча. Так, стоп, а... Где он есть-то? А, ну и похер, у нас, в принципе, сейчас мы его сделаем. Так, Крем. Керм, точнее, да, 50-58, это просто вообще недосягаемый урон. Так, руды у нас до хрена, так, перегарпи до хрена, все отлично, все есть, замечательно. Так. Значит, сделай-ка мне его, да, Керм. Стальной меч. А, денег не хватает, так, давайте... Что-нибудь продадим, опять же. Ой-ой-ой, так, что у нас тут осталось? Что-нибудь из ненужного. Давайте один точильный камень продадим, точнее, два. Ну, 128. Так, что еще? Блин, я уже даже не знаю, что продавать. На самом деле, так, мутагены давайте продадим, они уже и у нас излишки. У нас уже излишки у них. Слабый мутаген силы, все продадим. Так, 226, а нам надо сколько, я что-то забыл. 262, но сейчас тоже точно хватит. Керм, давай, давай, парень, давай. Делай его. О, да. Блин, я теперь вообще в фулсете просто. Так, отлично. Восстановление здоровья плюс 2, продление действия масла плюс 4, шанс убийства с одного удара плюс 4. Блин, зря только покупал бы на этот эльфийский меч. Сейчас жалею об этом уже. Так, ну давайте его теперь продадим. Эльфский мечик. Так, стальной меч. Дерят нам, в принципе, тоже теперь не нужен. Ну пусть, ладно, пусть будет за так. Так, короче, что у нас осталось? Адандейт заменить. 45-50, все, у нас теперь редкие легендарные. Редкие легендарные мечи уже идут. Так. Все, короче, затарились мы по полной здесь с вами. Такс. Ну давайте, усиление. Последнее, что у нас тут. Так, руна огня. Так, какие руны нам лучше тогда поставить? Руну земли. Так, давайте руну земли сюда, а руну огня на серебряный. Так, что у нас? Ну, давайте руну луны еще, давайте, да. Все равно мы больше рун уже не найдем. Дополнительный знак, да, и он у нас идет. Вот это я понимаю, да? Так, еще один талант у нас остался. Но я даже не знаю уже, куда его прятать уже. Урон плюс 10, снижение урона, так. Дайте бессмертного, пусть у нас будет ведьмак бессмертный. Еще 150. Во, ну все, теперь мы вообще, сука, неубиваемые. Так, что у нас дальше? Что у нас осталось? Так, давайте получим вознаграждение за гаргули. Я избавился от гаргулей. Отлично. Мы сможем исследовать районы, куда они могли попасть прежде. Вот твоя награда. Отлично. Так, 200 оринов заодно. Фу, и что у нас осталось из задания? Так, главный свидетель, Лилии Змеи. Так, именем Тимерии. Так, спасти Трис или сначала вернуть дочь Фольтеста?
Ну, даже не знаю. Ладно, короче говоря, надо подумать, что сначала первее сделать. Все-таки я сюда за Атрис пришел. Ладно, это мы уже будем думать дальше, да? Дальше, в следующей серии. Вот у нас данная серия получилась такой, знаете ли, собирательной, да? То есть мы самые лучшие сеты искали, находили. И, в принципе, да, самые лучшие сеты по броне и оружию, которые только могли быть, мы с вами, друзья мои, собрали. Чему я несказанно рад. Вот, в частности, в прошлом прохождении, когда я в первый раз игру проходил, я Керн так и не собрал. А сейчас уже все есть, все в порядке. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Пока, и скоро пойдут уже финальные серии, друзья. Будьте наготове. Всем пока.